Советник президента России Владимир Васильев приехал в Тверь, чтобы проверить, как идет благоустройство Константиновского карьера. В проекте по благоустройству любимого места отдыха жителей областного центра участвуют общественники, предприниматели и волонтеры. Подробности в нашем сюжете. Все началось с обращения жителей Твери к советнику российского президента. Горожане хотят видеть Константиновский карьер ухоженным, с развитой инфраструктурой, анимацией и спортивными активностями. Сначала был субботник, Владимир Васильев лично участвовал и убирал мусор. Потом установили современный и антивандальный туалет. Еще решили проложить новый семейный веломаршрут от Твери до Константиновского карьера. Сегодня в лесопарковой зоне уже работает спецтехника. Маршрут будущей велодорожки пройдет через район стекольного завода до Константиновского карьера. Здесь планируется убрать мусор, вырубить кустарник, сделать подсыпку и установить указатели. Дорога вот эта, в принципе, много кто пользуется. Но она, как вы сами видели, в неприспособленном состоянии. То есть тропинка там. Большинство жителей города не смогут там проехать, потому что весной и в межсезонье там подтопленные участки есть. Вот. И, в общем-то, наша задача сделать этот маршрут более пригодным для обычных обывателей. Простых велосипедистов, для всех желающих, кто хочет проехать с детьми или не очень подготовленный. Первые работы по созданию веломаршрута уже начались. Сейчас активные жители расчищают дорогу, скашивают траву, убирают мусор и подсыпают песчаные участки более плотным грунтом. Советник президента Владимир Васильев отметил, что важно поддерживать семьи, которые хотят вместе с детьми заниматься спортом, в том числе и кататься на велосипеде. Я признателен нашим велосипедистам. Я к ним попал в их замечательную атмосферу лет, наверное, 6 назад, первый раз. Вот. И это такая общность людей, которых объединяет общее увлечение. Но для меня было очень важно, что это люди, которые берегут природу, очень бережно относятся к людям, к детям, которые хотят больше знать. Сторонники такие активные, пропагандисты здорового образа жизни. Проект по благоустройству Константиновского карьера объединяет все больше неравнодушных горожан. В Центре современной культуры рельсы прошел мозговой штурм активистов проекта. Участие в мероприятии приняли представители депутатского корпуса, приглашенные эксперты и предприниматели. Разделившись на 4 группы – спорт, рестораторы, санаторно-курортное лечение, семейный отдых и эксперты – участники представили свое видение развития константиновских карьеров. В обсуждении, каким должно быть излюбленное место отдыха горожан, принял участие и Владимир Васильев. Все идеи по благоустройству константиновского карьера после экспертной оценки пройдут через открытое общественное обсуждение. В нем смогут принять участие все желающие.